Congratulations on your silver medal. How does it feel to be number two in the world? Чувство, конечно, приятное, но не первое место, скажем так. Feeling is good, but I want first. How was the fight tonight? Финальный поединок очень сложный показался. Я думал, будет намного легче. Противник просчитал меня, знал, что я буду делать, как я буду делать. Единственное, не хватило просто чуть-чуть, скажем так. It's all final. It will be very hard, very hard. And he hope on gold medal, but no. How did you prepare for this competition? Готовился я, как и все спортсмены, на сборах, то есть отрабатывал все задания, представленные тренером. On training camp together with our national team. Okay. What is next for you in taekwondo? Ну, чемпионат Украины и чемпионат Европы среди молодежи. Next Ukrainian national championship and the European championship. Do you have a message for the people who support you, your family, your team, your friends? Да, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрел меня, кто поддерживал, кто болел за меня. Особое спасибо маме, тренерам, ну и моему первому тренеру. Расскажи, кто первый тренер? Екатерина Владимировна. Thank you for parents, all trainer, all coach, and very thank you for first coach Ангелина Глушенко. Ангелина Глушенко. Yes. Okay. Well, congratulations again, and thank you. Спасибо тебе, спасибо. И поздравления еще раз.